Привет, друзья, мы находимся на BMG Drive, на канале The Play, и мы тестируем автомобили. Первый у нас автомобиль тестируемый. Полицейский шериф автомобиль. Давайте посмотрим, попробуем. Так, едем аккуратненько. Все, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вроде едем, нормально все. Так, держимся плавно. Съезда. Тихо-тихо-тихо-тихо, не упади никуда. Так, что-то машинку нашу начала вертеть в разные стороны. Все нормально вроде бы. Ага, стекло, смотри, мы повредили стекло. Все, едем. Аккуратно-аккуратно едем. Опа! Врезались. Да, ее еще крутит. Ее еще, ребята, крутят машинку. Ладно, давайте тестируем следующий автомобиль. Следующий автомобильчик у нас полицейский. Ух ты, какая у него сирена. Это, наверное, полицейский автомобиль французский. Почему-то я так думаю. Едем нормально, сейчас будет подъемчик. Ух ты! Так, ну все ровненько. Опа! И сейчас, смотри, кувыркнется. Аж сирена, смотри, сломалась. Ё-моё! Так, двигатель работает? Все нормально. Сигналочка тоже, но машинка уже не едет. Ладно, давайте будем тестировать следующий автомобиль. Следующий автомобиль у нас фургон. Вот такой вот фургончик. Включим фары. Так, немножко назад отъедем. О, все, поехали. Поехали тестировать. Давайте выберем другую трассу, вот эту красненькую. Сейчас сюда подъедем. Протестируем. Я не знаю еще, какая будет тут трасса. Это у нас, ребята, стиральная машина такая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все. Да, проехали. Так, все, двигатель не работает, руль крутится. А сигналка? Сигналка тоже не работает. Сломалась машина полностью, короче. Ну ладно. Тестируем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, куда мы что-то заехали. Так, а ну-ка давай. Скорая помощь. Ты чего? Ты чего, а? Поехали. Так, включаем первую передачу. Разгоняемся. Так, сигналка не работает. Опа-опа-опа-опа, сейчас будем тестировать. Так, опять такая же у нас система. Так, все. Ё-моё. Сломалась. Мы сюда приехали, где вот этот был у нас тестировался автомобильчик. Ладно, следующая у нас трасса. Так, полицейский автомобиль здесь застрял немножко. Давайте мы ему поможем. Так, сирена у него не работает изначально. Просто мигает. Лампочки. Сейчас протестируем, подожди. Опа! О, как интересно. Что у нас здесь будет? Нет, нормально, в принципе, все нормально. Ё-моё, только не перевернись! Только не перевернись! Все. Да, вряд ли мы поедем. Ну, сейчас посмотрим. Протестируем. Нет, все, двигатель сломался. Машинка уже не заводится. Повреждения, конечно, критические, ребята. Ладно, давайте тестируем следующий автомобильчик. Так, полицейский. Какой интересный. Сирена работает? Нет, сирена не работает. Сигналочка работает зато. Ладно, едем, посмотрим. Посмотрим, как она у нас в тесте будет. Так, здесь у нас вот что. Какое покрытие интересное. Так, главное, чтобы колеса не сломались. Нет, все, двигателю хана. Стукнулась она просто сильно резко. Все, полицейская машинка протестировалась. И следующую тестируем. Ух ты, какой красивый автомобиль. Карабинер. Называется Карабиньери. Карабиньери 112. Это спасательная машина.
французская. Карабиньери. Карабиньери. Все, ладно, едем. Тестируем этот автомобильчик. Давайте на эту тестируем полосу поедем. Ох ты, фига там пропасть была. О, шипики, шипики. О, нормально, нормально. Все хорошо. Главное приземлиться не на спину. Ай. Ну смотри, двигатель работает. Колеса, правда, не крутятся. Давайте еще раз попробуем протестировать. Аккуратненько. Машинка классная. Хочется, чтобы мы нормально доехали и ничего не было. Но сейчас протестируем еще раз. Тест номер 2. А ну-ка, смотрим. Опа, проехали нормально. Едем. Ай-яй-яй-яй, крутить начало, крутить. Но двигатель работает. О, и колеса крутятся. Смотри, ребята. Нормально все. Сигналочка работает, и мы можем ехать. А нифига, что-то встали. А, колесо сдулось. Колесо пробили. Ну ладно, я думаю, машинку отремонтируют, ничего страшного. Все будет хорошо. Давайте посмотрим в кузов, что здесь такое стоит у нас. Ну, вроде бы ничего такого интересного здесь внутри нету. Ладно, давайте тестировать следующий автомобильчик. А следующий автомобиль у нас ФСБ. ФСБ, ребята, представляешь? Сигналочка работает. Все отлично. Тестируем ФСБ. А, ну-ка, посмотрим, как машинка проедет испытание. О, опять шипики? Ребята, ну они более плотно стоят. О, и они такие более высокие. Ой-о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 й
Протестировали. О! Давай, едь. О, нифига, ФСБ, она еще едет. Вот эта машина, я понимаю, для ФСБ. После теста она еще может ехать. Ну как ехать? Но все равно как-то передвигается. Ну, неплохо, неплохо. Хорошая машинка. И сигналочка работает. Так, давайте тестируем следующий автомобиль. Полицейский автомобиль шерифа. Автомобиль для шерифа. Так, поехали. Тестировать. Так, разгоняемся. Выезжаем на полосу. О, ребята, опять шипики, но они не так близко находятся. Ой-ой-ой-ой, прям в шип. Мы полетели, прям в шип ударились. Ёлки-палки. Да, машинка у нас повредилась конкретно причем. Давайте ее еще раз протестируем. Может быть, сейчас нормально проедем? Хотя навряд ли. Ну попробуем. Потому что, видишь, мы сразу же на шип так наехали. Нехорошо. Так, а сейчас как будет? Опа! Отлично, отлично, отлично! Ой, оторвало колесо! Да, шипы здесь, конечно, не очень. Все, и машина для шерифа она ехать не может. Если машина ФСБ еще ездила, то шерифик все. Отъездился, ребята, отъездился. К сожалению. А давайте проверим желтую трассу. Так, желтую трассу, интересно. Как проедет у нас шериф по этой трассе? Трасса интересна тем, что нужно ехать быстро. О, давай, едем. Опа, скорость хорошая. О, все! Слишком далеко стояли. И превратилась она в смятку. Да, не повезло шерифику. Ой, давай с этим попробуем автомобилем. Тоже для шерифа, но поедем в другую сторону. О, а нас на другой стороне что находится? Нифига себе, ребята. Мы конкретно на таком высоком расстоянии будем падать. Ну, конечно же, и разбилась она в лепёху. Да, в лепёшечку разбилась. Ладно,
Будем аккуратно ехать. Едем. Тихо. Здесь главное на колеса встать, когда мы будем падать. Так, ну ее уже заносит. Заносит машинку. Так, едем. О, замедление. Так, отключаем сирену. И все, и разбиваемся. Да, разбилась машинка. Опять-таки в смятку, смотри как. Офигеть, она просто разбилась в смятку, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, будем заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Если нравится тестирование автомобилей, то ставь лайк. И мы снимем еще ролик про тестирование автомобилей. Только будут уже монстр-траки.